Если случился в доме пожар, если вокруг огонь, дым и жар, сразу хватай телефон, гражданин, в пожарную часть звони 01. Если увидел, как грабят кого-то, или обидеть тебя хочет кто-то, чтобы с тобой не случилась беда, надо звонить полицейским 02. Если что-то заболит, если грипп, аппендицит, ты в рецепты не смотри, в скорую звони 03.